Идем дальше. Разволновался я. А все равно, ладно. Вот. Мне, конечно, на кресте не распять. А значит, буду говорить дальше. И вот у пластмассы уже нет ничего, потому что сделано оно умом человека без души. Почему раньше исторически все было из натуральных материалов? Дома, одежда, мебель, вся утварь. Это я цитирую вас, Мирослава. Все сохраняет, приумножает эту природную энергию. Человек чувствовал и наполнялся. А теперь пластмассовый мир, вот люди, и не чувствуют ничего больше. А если вдруг чувствует, то сразу думает, заболели, ну и таблетки глотать. Секунду, я отвечу на телефон. Раз он звонит. Так, простите, я никогда не включаю телефон. Сегодня, кстати, можете меня поздравить, я металлург. Сижу дома, у меня свой этот самый. Свой график жизни. Так. Ну и таблетки глотать. Кстати, вот я тоже отвлекусь, как и вы. Ну что значит таблетки глотать? 90-95-99% все это таблетки глотаются напрасно. Вот. Работаем на аптеку, работаем на производителя лекарств. Как? А вы проглотили аптеку? А вы посмотрели, сколько у вас крови в организме? Литров 5-6? Вот она растворилась. Разошлась по всему организму. А нужна где-то там, в печени, в почках. Вот, может быть, сердце. И какая? Сколько этих самых молекул попадет по назначению? Вот и жрем, вот и жрем. Ладно, это тема отдельная. Вот кроме той дури, которая переполнена садоводство современное, то же самое происходит еще в медицине. Это две самые отсталые отрасли наши. Вот. Я жив только потому, что сам себя лечил. Не утверждаю, по врачам приходится ходить. Тоже спасали меня. Вот. Но все-таки какой-то анализ надо провести. И не так, что в конце любой статьи, любого фильма покупайте то, а настоящий. Книги писали, это я отвлекся, книги писали живым материалом по-живому. Так что если их руки взять, то сразу голова кружится от этой энергии. Это, наверное, про мои книги. Вот. Потому что у нее нет срока давности, структура живет и ловит энергию, как ловушка световая. А аллелопатия. Попытался же Матвеев Николай Михайлович ему мне рассказать, что все растения живые. Вот, видите, не один. Только с ума сходят поодиночке. Сознание у них есть, что они просто как отдельные объекты, а живут в одном сообщающем сосуде планете. Но кто послушал? Забросили все его труды на дальнюю полку. Ребята, если Миролеева говорит, изучайте Матвеева, то я советую вам послушаться. Забросили все труды на дальнюю полку в самой дальней библиотеке, и даже в электронном виде никто не сделал. Другое дело. Единственное, что вынесли оттуда, это то, что растение уживается или не уживается друг с другом. Спасибо хоть на этом. Теперь каждая фея это бездумно повторяет, даже не понимая значения слов. Но это камень в огород тех самых фей, которые несколько лет учили глупости, дикости. Невероятно, как их выпустили на большой экран. Весь наш мир, как вы пишете, как фантасты писали, как даже фильмы сняли. В скобках «Аватар». Все есть одно целое. Но люди слепые, но это ненадолго. Ой, я опять развелась мыслью, по древу останавливаюсь. Спасибо вам огромное за посылку и отдельно спасибо за ваш автограф. Ну, смотрите, зазнаюсь, если у меня автографы требуют. И за выпуск садоводства все ужасно интересно и бесценно. На выходных уже буду сажать, пока в семена положила прохладное темное место. Спасибо за ваш труд и веру. Без веры вы бы точно давно сдались. А пустым спящим людям ничего не доказать. Они не способны воспринять истину, она в них физически не помещается, как жизненная энергия в пластмассу. Но открытые и осознанные люди вас слышат, пусть нас пока и меньшинство. Будущее за нами. С уважением, мира. Посмотрела еще одно письмо. Как раз ваше видео, где женщины хотят бесплатно научиться прививке, а покупать диск или книгу не хотят.
Ну, знаете, я тоже то возмущаюсь, то понимаю их. Ну, для кого-то 300 рублей – это последние деньги до получки, которых не хватает. Все хотят халявы. Прививка – целая отдельная наука, они не учитывают. Да, многим кажется, что это легко, но это только кажется. Вот. Зато люди готовы платить за удобрения и химикаты. Вот это да, вот действительно. Ведь купят все, что погибнет, саженцы. Из 1 999 000 погибает. Это я вам говорю, уже гигантская статистика, страшная статистика. И плюс, пока они умрут, это год, два, три, еще удобрения накупят, химикатов накупят. Вот. Читаю дальше. Что тут сказать? О, люди, о, нравы. Вот вам пример. Да и потому что если бы со школы бы начали, я бы сам бы программу составил. Сам бы ее наполнил бы. Да фактически она уже есть. В этих самых. Только чуть-чуть ее привести в порядок. Кстати, последняя книга, которая выйдет, «Садоводство для избранных судьбой», как раз это, готовый этот, фактически чуть ли не энциклопедия. Вот эти люди, которые фамилию называть не буду, несколько человек, они издали, пишут, энциклопедия садовой жизни и прочее. Я посмотрел, какая божественная с это. Ведь Бог же создал совершенно растение для каждого региона. Груши в этом идеальная, яблони в этом, нет, возьмем теперь грушу, посадим там, где яблони, яблони там, где груши, и пошло, и секатор, и калечит, калечит. Вот. Ну, подумали, что Бог создал-то это все. Ну, хорошо, заменить за слово Бог, слово природа, миллионы лет. Наконец, они уже пережили все катаклизмы, у них уже сформировалась крона. И начинают уничтожать эту крону в прямом смысле. Ничего не понимаешь, что вот это? О, люди, о, нравы. Вот вам пример. Профессор в нашем университете отказался читать краткий курс 6 академических часов по прививке, так как мало времени. Да нет, я бы вообще-то за 1 час бы рассказал. Меня обычно час занимает. Зато сейчас в интернете 1 001 000 предложений разнообразных курсов по ландшафту. Не дай вам Бог вот эти курсы по ландшафту. Не дай вам Бог, это уже как просто колечье дерево, чтобы какое-то было, по их мнению, смысл. Ага, если ты не укоротишь ветки, взял и не укоротил ветки, и дерево чуть ли не сдохнет, и ничего. А вот возьмем в серединке, вырежем, 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 осветлим, солнце будет проходить насквозь, будет. Хотя это глупость, дикость, со временем деревья сами раскрываются, они об этом не знают. Вот так вот. Подражаем. И все. Но другое дело, что они хоть как-то объясняют, но ландшафтный дизайн – это вообще идиотизм из идиотизма. Жить в великолепном саду, в котором каждая ветка отрезана, в котором вопиет вся одна больная, сплошная больная биополя от каждого дерева, от каждого куста. Фу. Ой. Мы с вами одного поля ягоды, Мирослава. Повторяю, зато сейчас в интернете 1 001 000 предложений разнообразных курсов по ландшафту, садовому делу и т.п. 15 тысяч до 180. Ёлки-палки, я 300 рублей заработать на диске не могу. Но даже там не дают курс по прививке. Этой информации нет нигде. О. Спасибо, что вы мне дали повод сказать, вот-вот, у меня есть информация. Диск номер 9, диск номер 13. Так. Железо. Хорошо, это еще 600 рублей книга. Да, еще есть немножко книг, несколько десятков. Еще есть, она очень редко, редко, она станет вообще самым раритетом. Называются «Записки зачарованного сибирского садовода». В этой же книге, кстати, я же вам главу книги сейчас вот эту показывал. Куда же ты у меня делась-то? Вот. Это же есть глава книги. Вот это вот. Вот я сказал, что там две, как они, премии там называются, этих, господи, о, память. Нобелевская премия, две. Вот одна из них, видите? Ну это ладно, можете не верить, может быть, так тоже считаете, что если мы это, грязные лужи слипнулись
И пошло, и пошло, и пошло. И за миллион лет мышка, мышка наружка, как ее, землеройка. Только потому, что у нее есть молочная железа, только это дало право превратить ее в человека. А мозг как развивался, смотрите, развивался. Вот ни с того, ни с сего, да? Вот этот мозг, который всю Вселенную может объять. Вы никогда не видели человека, который берется, ой, извините, вещи отклоняюсь. Вот доска, показывали по телевизору, все честно, документальный фильм, доска, исписана бесконечным количеством этих, цифры, цифры, сверху донизу. А потом он берет и говорит, возьмите это, корень в седьмой степени. Он говорит, ответ, правда. Вот, понимаете, эта мышка сидела там в норке, и от нечего делать, она умножала дважды два, потом научилась трижды три, потом научилась сто на сто, это уже получается 10 тысяч. И вот закончилось тем, что корни седьмой степени можно извлекать из тысячи, из числа, из тысячи цифр. Вот, понимаете? И вот это идиотство пропадает в школе. Я не говорю, что дети от этого пошли убивать друг друга. Именно от этого. А им еще так до лампочки, что мой вариант, вот, что тот вариант. Но тогда надо еще вбить в голову, что если это божественное происхождение, то вы все-таки хотите все-таки не 60, не 80 прожить, а еще бы 100 раз постольку. Но для этого надо вести себя так, чтобы оказаться в раю, а не где-то в адском пекле. Вот. Хотя бы в это пусть верят. Смотришь, и не станут убивать друг друга. Вот. И тогда получается, что вот эта книга за 600 рублей, еще раз говорю, простой язык и две Нобелевские премии. Брошюра, подарок вышел. А 20 дисков, 20 получается, диск по 240 рублей, если со скидкой. 240 рублей, можно выбрать. Извините, я все-таки наполовину украинец, или как раньше говорили, наполовину хохол, поэтому я сам над тобой смеюсь. Поэтому нет-нет, да и цифры приведу в рублях. Так, разрешите высказать еще одно письмо. Свое почтение и восхищение не только вашей грандиозной работой. Да уж, почти 40 лет без выходных, чуть не сказал, без зарплат. Ну да, фактически. Все уходило. Сперва сад 5 гектаров вырастил, потом его сожгли. Будем считать без зарплат. Невероятными достижениями вашей стойкости по отношению к нашему полуразложившемуся обществу. Вы настоящий гений, таких людей единицы. Еще меньше тех, кто не сдается под напором злости социума пропал. Ребята, мне легче всех. Меня поддерживает только то, что я правду знаю. Раз, то, что я сытый. Видите, морда какая. Вот. Который год сижу на диете, полуголодный, никак похудеть не могу. Так что не такой уж я несчастный. Ваши семена надо по 2000 за кочку продавать, а не по 20 рублей. Новое наше общество ныне подвержено влиянию красивой обложки, ярких упаковок. За них они готовы платить и больше. А что по-настоящему ценно, скрыто от их глаз. Еще письмо. Я надеюсь, что нас хотя бы вот такие же, как вы, Мирослава, слышат. Не все, пусть несколько десятков человек. И просмотров будет там 1500. Ну, для страны это мало. Меня зовут Мирослава Жибина, сама из Якутии, папа с Украины. Жил в Санкт-Петербурге. О, привет папе, если он жив-здоров, земляк. И очень хочу сделать все возможное, чтобы на примере своего сада, выращенного из вашего семенного материала, распространить в Ленобласти области как можно больше ваших достижений. То есть я понял так, вы вырастили и сказали всем, смотрите, у меня получилось, у вас получится. Ну а дальше грустно. Как вы знаете, тут у нас болото, плотный суглинок в основном, и с плодом, и все непросто. Я пока совсем не профессионал в этой области, к сожалению. Поработав полжизни переводчиком, я только сейчас осознала. Я-то это еще позже. И я же в 34 года, то есть 34 года поменял место жительства, 35 уже у меня был сад. То есть, так у нас с вами как-то все одинаково.
Где тут про 35 лет? В общем, вам 35, я начал 35. Все, поздравляю, вы не опоздали. Так, поработал пол жизни переводчиками, только сейчас осознала, что всегда хотела работать с растениями. Вот даже пошла получать профильное образование в нашу лесную академию. У меня уже небольшой питомник. Все, попались. Мирослава, все, теперь куда вы денетесь? Небольшого питомника будем делать большой. Согласны? Вот. Вы меня извините за такие подробности моей жизни. Вам они ни к чему. К чему, к чему? Просто хотелось показать, что я влюблен на вашу идею. Смотрю, читаю ваши материалы, и они отзываются мне где-то так глубоко в душе, что не могу устоять. Очень хочу заказать у вас кусочки плодов, чтобы выросить тут же. Так как согласен с вами, что пересылка сюда будет для саженцев сложна, да и выращивать с самого начала интереснее. Наш человек, я тоже начал с нуля. Я единственный на человеку, я только в 84-м приехал и сразу купил дачу, и сразу, ну тогда это была дача, и сразу купил 4 вишни. Сейчас я знаю, что за вишни. Степные вишни с корневой отводки. Вот. Через 3-4 года и дальше еще несколько лет каждый из них давал по 5 вишенок, абсолютно несъедобных. И потом я их просто вырубил со злости. Вот. А одну я потом превратил в черешню. Тогда уже бодлер черешни выращивал. Я поехал к нему, череночек, и привел к одной степной вишне. Она стала окультурилась, потом снова задичала, но это уже тема другого разговора, да, вот, но интерес это другое, самое главное, что их эти вишни, степные вишни, только потому что у них есть длинная, этот самый, плодоножка длинная, их вся Сибирь, как я потом узнал, включая весь Саяногорск, называли черешней. Ну, все легкой руки, вы понимаете, эти кислые вишни, несъедобные абсолютно. Вот, кустарниковые назвали черешню. А я-то поллета на черешневых деревьях провел, то просто сидел там где-то на высоте 2-3 этажа, огромные деревья. И вот они созревали, и мы их не ели. Нет, что мы никогда вишни не... Черешню мы никогда не ели. Украинцы такие хлопцы. Мы жрали. Вот, дикие черешни, мелкие, вкусные. Вот. И вот с этого началось и мое прозрение. Хорошо оно началось в те годы. И до сих пор успокоиться не могу. Хватит людей дурить. Вот, господа эти самые. И продолжаю. Опять я отвлекся.